Знаете, почему это все? Потому что вы не знаете, что такое быть беременной. Насколько это тяжело. Как себя чувствует женщина с животом на снастях, готовы почувствовать? Да. Ну, тогда перейдем к эксперименту. Есть вещи, которым невозможно выучиться в книжке. Их надо пережить. Приблизительно так выглядит на 8-9 месяце беременности живот у женщины. Йо! Он очень тяжелый. По весу он даст килограмм 10. Так даст примерно ведро воды. Ну, давай! Приступим! Йо! О! Это кюмешка сахара, наверное. Вы сегодня идете к жене? Да. Я предлагаю сделать для нее сюрприз. Приготовить ей очень полезный салатик из морковочки. Можно скидать? Yes! Ваша жена, когда что-то готовит по дому, она не отстегивает живот, и готовит. Нормально. Вот так. Вы идете на огород. Где-то по-женски, вот так вот я где-то аж так. Ох, отыграюсь за всех женщин. Я думаю, вы там в обморок не упадете, пока будете выдергивать морковочку. Нет. Интересно, надолго ли его хватит. Мы усложняем задачу. Картошечки, наверное, пару кустиков. Треба велику надіруни. Он пытался справиться с этой задачей, так вот, сцепив зубы. Но было видно, что он ощущал все-таки на себе вот вес этого животика и все неудобства, которые с этим связаны. Да ладно? Что такое? Почему мы за спинку держимся, а? Славик? Рівнялися. Да? Славик же начал стогнати. Ему было тяжко. Поки приготуєш їсти, то вже й не дуже їсти хочеться. Хотілося б свого чоловіка побачити. Виноградя легше було, ніж нагнувшись і морку тати. Ну, експерт там не то, що нормально, там його професійно провчила. І, схоже, наука даремно не минула. Ну, зараз я розумію, що треба було Тані більше уходу, більше там внимання уділяти. Я уже точно почувствовал, как это. О!